нашей стороны будет активная часть в разработке самолета принимать инновационный центр, потому что здесь действительно нужно определить, каковы же будут наилучшие условия для спортсменов в самолете. И мы имеем такие возможности, в частности, сейчас мы перед Рио проводили достаточно серьезные исследования, которые показали, что, например, при таких вот трансатлантических перелетах очень важно целый ряд условий соблюдать для того, чтобы спортсмены все-таки находились в нормальной форме, когда они осуществляют такие дальние перелеты. Но здесь точно так же нужно будет самым подробным образом исследовать. Я не хочу сейчас раскрывать все тайны самолета, там, какие функциональные зоны будут и так далее. Во всяком случае, спортсмену должно быть максимально комфортно во время перелета. Плюс к этому должна быть возможность осуществления определенных процедур, там, массаж и так далее, для того, чтобы спортсмен находился в оптимальной форме. Вот именно здесь как раз инновационный центр, имеющий и специалистов соответствующих, и возможности для исследования, будут сотрудничать с компанией «Сухой». Но что касается других проектов, «Сухой» становится еще в соответствии с этим соглашением нашим поставщиком. Вот. И здесь я думаю, что у нас возможности для развития сотрудничества, они очень широкие.